Министр обороны России Сергей Шойгу во время визита в Вашингтон пригласил американских коллег в будущем принять участие в танковом биатлоне. Первое подобное соревнование, изобретенное в недрах российского Минобороны, проходит в подмосковном поселке Алабино. В нем участвуют 4 команды из бывших советских республик – России, Белоруссии, Армении и Казахстана. Правила практически копируют обычный лыжный биатлон. Российские танки Т-72, покрашенные в разные цвета радуги, на максимальной скорости прошли дистанцию в 20 километров и соревновались в точности стрельбы на 5 огневых рубежах. За каждый промах штрафной круг длиной в 500 метров. Уже известно, что в следующем году в необычном чемпионате будут участвовать танки из Германии и Италии. Не исключено, что к ним присоединятся и американцы. Победитель нынешнего турнира станет известен в субботу, 17 августа.